Приветствую вас, дорогие зрители. После просмотра видео обязательно оцените качество новостей лайком. А мы начинаем. Россия вполне может планировать в Украине атаку с использованием химического оружия. Детали. Столтенберг сказал, что в НАТО услышали абсурдные заявления России о лабораториях химического и биологического оружия в Украине. Дословно, теперь, когда были сделаны эти ошибочные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя это вранье. Это было бы военным преступлением. Напомним, Россия утверждала, что Украина хранит химическое оружие и планирует его использовать. Военные и дипломаты России распространяют фейки о якобы производстве биологического оружия в украинских лабораториях. Того, что Россия может использовать химическое оружие в Украине, опасается и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию «Фальшивый флаг», обвинив в этом Украину. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.